Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. И сегодня в видео мы будем стрелять с арбалетом с силой натяжения 120 фунтов и с этим же арбалетом, но с силой натяжения в 200 фунтов. Beer Hunter Doom Mini 120 LBS. Стреляем по алюминиевой сковородочке. Сначала с филдом, то есть спортивным наконечником. Есть, попали. Так, теперь мы берем Doom Mini с усиленными плечами. Господи, насколько удобно, когда натяжитель встроен в арбалет. Вы просто не представляете. Так, и стреляем. Ну и давайте сразу с брудхедом выстрелим. То бишь уже с охотничьим наконечником. Все, пойдемте посмотрим, что мы имеем. В общем-то. Прикольно, тут лезвие осталось от брудхеда, видимо. Стрела пошла дальше, но решила, что все лезвия ей не нужны. Эта стрела тоже у нас забавно торчит с другого края пенька с вылетевшим пенетратором из стрелы. Ну, я даже не знаю, что тут можно сказать. Выглядит это все достаточно страшно. Так что, если вдруг у вас была мысль, в случае чего обматываться сковородками, как знаете, в фильмах про зомби-апокалипсисы, там, журналами, чтобы не покусали, сковородками, там, все прочее, то вот против арбалета это не сработает. Конечно, не достается стрела, ну да и ладно. Ну, вот, кстати, для сравнения, можно просто посмотреть, какой здесь разрыв, это у нас от Мамбы, а и какой у нас вот здесь вот разрез, это от Дума Мини. Ну, он тут, короче, явно побольше. Что ж, друзья, надеюсь, видео вам понравилось. Если так, то ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!